Итак, киноэкспедиция окончена. Нешироким татарским проливом, он протянулся с севера на юг на 900 километров. И вход в открытый нами пролив доступен для морских судов всех рангов. Счастливого плавания! Врач Тарас Дубинин, врач Валентина Дубинина. В порту обычные. Они словно говорят нам, здесь советские люди живут как везде. Вот и Южно-Сахалинск. И филиал Академии наук. И краеведческий музей.
Видите, как увлекательные новости в полученном письме? Привычная примета советского города. Пустые сопки. Сахалинская тайга взбирается в горы. До лес. А на лугах и по перелескам пестрый. Подчиком нашим оказался почтальон Слава Плотников. Заправский оленный всадник. Ну, конечно, ли... Тренировал его поездкой в Москву на сельскохозяйственную выставку. Здесь люди, и жаль с ними прощаться, но посмотреть хочется еще многое. Thank you.
председатель... Своими руками переселенцы рубили избы, возводили хозяйственные строения. Наводческую ферму, выкормили первых поросят. Этот колхоз удостоился права участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Вызревают на острове и помидоры. Пока их не так много, но сахалинцы надеются, что скоро... советских людей, земля эта откликнулась охотно и щедро. Скалы, сложенные из обнаженных пород, это книга истории древней сахалинской земли. Геологам не привыкать к нехоженным бродам, однако в пределах... Трудно нам порой бывает, но в труде, друзья, не унывай. Иначе жить в разлуке нам нельзя без песен. За геологами сюда придут горняки.
А мы тем временем отправимся туда. Он очищает угольный пласт от верхнего слоя почвы. Угольная промышленность самая старая на Сахалине, но размах эти живописные скалы называются «Три брата». А теперь вот уже 20 лет существует педагогическое училище. Больше тысячи... Особенно дорог здесь и старожилу, и гостю. Отсюда, доведенные до отчаяния, каторжники пытались сбежать на большую землю. И наслаждаться свободой и покоем. Портовым причалом. Не
нелегко в зимнюю непогоду и железнодорожникам. В такую пургу особенно ценишь тепло человеческого жизни. Чем же провинился? Город оставить без связи нельзя. Занесенный под самую крышу дом превратился в отличную снежную горку. На железнодорожных путях идут поезда. Остров снабжает горючим весь Дальний Восток. Взрыв колеблет планету. Thank you.
Челик Саши прокладывает курс полета. Два часа полета, и вот летчик пяткой. Она поможет судну пробить себе путь сквозь льды. Затянется. Кок доволен. Сегодня будет вкусный. Царского проводит во льдах последнюю ночь. Самолеты ведут разведку рыбы. А, Б, 97 и 98 обнаружено более 40.
Точнее сказать, умение, сноровка, быстрота. Теперь должно быть совсем близко. Капитану Фоменко говорит об этом стайка глупышей. Теперь самое важное – не упустить время. Кошелек. Минуты самые море в эту пору изменит. Ветер северный 8-9 баллов. Немедленно возвращайтесь в порт. Застиг в открытом море, далеко от берегов. Досталь накуролесив, ветер стихает, и только... Неводы поставлены на ночь. Море спокойно, и можно сейчас отдохнуть.
и ночью поступает на приемной площадке рыба свежего улова. В цехах рыбных комбинатов и видите, сколько сортов на любой вкус выдает заводской конвейер. Краболовам хорошо известны места, где водятся крабы. Яда обрабатывает 1800 килограммов этого мяса. Лов Сахалина. Весной сюда прилетают шумные кайры и собирается На острове есть и другое население, более редкостное и более ценное. Огонь из-за красивого.
Мы снова в Южно-Сахалинске. За время нашего отсутствия здесь происходит... Объявлена подписка на Чехова, и, разумеется, с позаранку собрались здесь. Вот один из тех, для кого строятся новые дома. Вот и цветы появились. На Сахалине заботятся не только об удобстве. Друзей, которые приезжают сюда на работу или возвращаются из отпуска. Окончено. Упакованные и погружены в самолет дорожные кинодневники, коробки. В темноте кинозала, но и на радушной сахалинской земле